началом данного видеоролика хочу посоветовать вам два очень милых и классных канала. И первый канал — это Долго ВС Блог. Она снимает очень няшные видео с сайтами, различные распаковки, топы и конкурсы. Так что подписывайтесь, не пожалеете, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Второй канал — Джейн Уолтер. Она снимает различные видео про поняшек, различные клипы, обработки и многое другое. Так что подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем. Всем привет, бананчики, с вами я, Лера, и это Папа Голоса Привет. В этот раз в виде поняшки. Давайте же приступим к нашим вопросикам. И первые вопросики от Джаста Ита. Кто меня тут не знает, алло, теперь знаю. Здрасте, я Бобёр, ты тоже? Да. Скажи Алекс Блэк, что я потерял ее ключи от дома. Хорошо, я передам. Черт, кто это? Я тут мимо проходил и, короче, года жить. А на этом вопросики заканчиваются, и следующие вопросики от Джейн Уолтер. Вау, видик, и вопросы для начала. Первый вопрос. Теперь ты знаешь Джаста Ита? Да, она мне сама написала. Пьешь кофе или только чай? Конечно, пью, это божественная вещь. Когда день рождения у Калисы? Я решила, что будет так же, как у меня, 19 июня. Но она старше меня на 2 года. Зараза. Четвертый вопросик. Хотела когда-нибудь иметь графический планшет и научиться мне рисовать? Если да, то отдаю свой. Спасибо. Тогда хотелось бы. Пятый вопросик. У Калисы будет свадьба с Рэем? Если да, я свидетель. Думаю, да. Но им пока нет 18. Насчет свидетеля, хорошо. Шестой вопросик. Тебе кто-то помогал создавать Калису, или же ты сама? Ну, в принципе, я сама, разве что наставили на путь верный, и я ее сделала не аликорном, а пегасом. Но сначала, когда она была аликорном, она стала единорогом, а потом уже пегасом. Ну, потому что ен то я. Почему я тебе систер? Потому что хороший друг. Логично. Не правда ли? Есть сенпай, ну или же просто любимый человек? Да, только ему на меня, по-моему, пофиг. Твой любимый цвет? Я фиолетовый бобёр, фиолетовый, фиолетовый. Почему Калиса такая яркая? Калиса! Что случилось? Да и вроде не яркая, это некоторые так рисуют, может быть. Любишь мандаринки? Конечно, да. Что же еще на Новый год кушать? Хотя и так можно, но не важно. А Новый год? Понятно все. Его я тоже очень люблю. Да и вообще, какой твой любимый праздник? В последнее время их стало так много, что я даже не знаю. Ну, наверное, день рождения. Почему аниме не любишь? Честно, просто не нравится. Объяснить почему не могу. Янка сложно. Веришь в чудеса? Конечно. Без этого жить скучновато. Можно чутко больше вопросов, чем в тот раз? Да, конечно, задавай. За кого можешь убить? Бев, родственники или любимый человек? Выбрать из этого или назвать? Если назвать, то, во-первых, это много, во-вторых, немножко секретно. Ну, если тебе хотя бы одного назвать, то за лучшую подругу. Вспомни свой самый страшный сон и попытайся его рассказать. Это типа задание, ох, да? Там какими-то кусками и вспоминать жутковато. Давай в следующий раз что-нибудь другое. Сколько Рэю лет? Сейчас 17, а Калисе 16. Эх. Продашь своего кота мне? Это кошка, но не важно. Нет, оно мое. Хотя тайком пытается меня убить, но я ее все равно люблю. Знай, ты не захочешь ее брать, когда узнаешь, какой она маньяк. Я думаю, с тебя достаточно сегодня. Буду, как всегда, ждать ответов. Поки, поки. И последние вопросики нам задает Rainbow TV. Она спрашивает. Вот вопросики к тебе. Как ты отреагируешь на то, что моя отец жената и есть дети? Нифига себе. А сколько ей лет? Ты есть в Вайбе? Да, но я его не дам. Ты где живешь? Повсюду в этом мире маньяки. Ну а на этом все вопросики заканчиваются. Поэтому мне остается лишь пожелать вам веселых и интересных каникул. Ведь они наконец-то наступили. А также всем здоровья и добра. И всем пока-пока! Like, дай еще like, еще много-много-много.